Ну, может, Либерталия – это просто маленькая хижина на берегу. Ага, домик на дереве. А может, Эвери затеял вокруг себя шумиху, а денег ему хватило только на строительство Либерталии? Да. Эй, а вдруг там и правда денег нет? Тогда нам обоим нужно где-то спрятаться. Знаешь, вообще-то, если подумать, пират Эвери знал, как надо жить. И как же? Он жил по своим правилам. Ездил по миру, разбогател сам. Ну да, только за его голову назначили награду. Да ладно. Главное же, как история закончилась, верно? Кто знает, может, игра стоила свечи. Странное чувство. Словно скоро произойдет великое событие, и я... Мне как-то сразу и волнительно, и жутко. Ты хоть понимаешь меня? Да. Нейт, вон там. Ну, это определенно сделал человек. А-а. Точнее, пират. Надо к той башне. Да. О, за что его так? А, может, фальшиво распевал матросские песни? Ну, конечно. Дело в этом. Похоже, это дверь. А за ней комната? Огромная комната. Может, для хранения сокровищ? Не тот масштаб. Эвери спрятал бы сокровища в самый хитроумный лабиринт. И хорошо бы его защитил. Логично. Может, оттуда что-нибудь увидим?
Давай наверх. Два. Сэр, сюда. Вроде это оно. Какой-то символ. Стрелка компаса. Как ты догадался? Ну как, основной принцип. Жми на все. Видишь? Внизу тот же символ. Стрелка другая. Посмотрим, куда указывает. А, лодка на той стороне острова. Ты проверь, что там со стрелкой, а я лодку подгоню. Идет. Посмотрим, куда ведут эти стрелки. Ага. Готов? Ага. Давай.
Смотри, вон еще стрелка. Это указывает вон на ту пещеру. Тайная пещера. Лестница многообещающая. Хорошо, что это место никто не нашел. Сюда бы туристы понаехали. Ну, а каменная колонна посреди пещеры, по ней можно забраться. Может получиться.
Ну круто же. Что? Лезть по скале? Да, лезть по скале на огромном пиратском острове. Ну скажи. Ну да. А по-моему очень круто. Эвери нравилось действовать с большим размахом. Ну, деньги же были. Так чего стесняться-то? Ну, как по-твоему, можно это назвать самым хитроумным лабиринтом? В общем, да. Пойдем-ка, посмотрим. Надо же. Ход завален обломками. Опять. Наверное, строители не заложили в расчеты много веков эрозии породы. Точно. Ищем обходной путь. Эй, Сэм, давай, помоги мне. Ага. Ну, пролезай. Спасибо. Да ладно. Фух, что-то много мы таскаем тяжестей и ползаем по земле. Вот она, охота за сокровищами. Захватывает.
Как думаешь, что здесь было? Своды напоминают собор святого Дисмоса, но не знаю. Что там есть? Ладно. Ну? Тут есть тропа, но непонятно, как забраться наверх. Погоди. Ты живой? Я хотя бы перебрался. Так, теперь надо с тобой как-то решить. Подожди. Сэм! Ну что там? Сэм, эй! Ты там? Приехали. Ну, что мы имеем? Я разрушил свой брак, поссорился с лучшим другом, на хвосте два психа с целой армией, а теперь и брат мой пропал. Хорошо, хоть я один, и некому сказать мне, какой я придурок. Так, Сэм, где ты? Ты уже наверху? Ты где был? Искал способ тебя поднять. Ладно, прыгай сюда. Спасибо. Все нормально? Лучше некуда. Идем дальше. Ладно. Да, я пытался там пройти, но не нашел как. Какая искусная работа. Классный вид. Ты меня не слышал? Когда? Тогда. Я тебя звал. Я не слышал. А что, ты волновался? Ну да, ты же весь в своих мыслях. Ах, это я в своих мыслях? Ты на что намекаешь? Ни на что. Идем? Да, идем.
Сейчас, секунду! Сэм! Все плохо, тут тупик! Вот черт! Туда возвращайся! Ну, что теперь? Должен быть способ перебраться. Смотри, прямо под нами. Там есть за что ухватиться. Есть тропа! Супер! Сейчас приду! Сюда.
круто! Сэм, сюда! Понял. Отлично. Мы на правильном пути. А тут высоко. Когда мы жили в приюте, ты думал о том, что мы так будем отжигать? Нет, не думал. Тут надо спускаться. Это почти самый большой резервуар на моем веку. А где был самый большой? Я потом расскажу. Давай спустимся. Обойди. Ни хрена тебе! Здорово! Все в порядке? Да, все круто. О, это еще что? Сэм, посмотри. Корабль Эвери. Великолепный. Атакует Ганг и Савай. С этого все началось. Эвери и Тью вершат суд над своими. Похоже, они тут пишут кодекс правил. Биль о пиратских правах. Тут знаки пиратских капитанов. Все собрались вокруг Эвери. Нейт, это же история основания Либерталии. Чертежи.
Они все выцвели. Тут припасы, инструменты, семена. Провизия с давно истекшим сроком годности. Нет-нет-нет. Так или иначе, мы туда войдем. Поднимем вместе, хорошо? Ага. Ладно, давай. Тяжело. Ты просто думай о сокровище! Ага, а я пока думаю о спине. Черт! Угу! Очередное испытание. Похоже на то. Ну, давай посмотрим. Ничего себе. Символы на сферах не совпадают с теми, что на свету. Они вращают символы. Это поможет.
капитана пиратов. Вот Бонни, Болдридж, Альбасра и вот этого. Кем был этот Альбасра? Он Магол, один из солдат на Ганке Савай. И как он оказался у Эбери? Говорят, его везли на казнь, но он освободился. А что другой? Он был крепкий, а стал прославленным. Вращаются сразу два символа. Из 12. Смотри, символы в кольце постоянно вращаются. Хитро. Бин Малик. Похоже, мало. Да. Что он забыл такой глаздом? То же, что и мы. Добычу искал. Получилось! И последние в списке. Ричард Вон, Эдвард Пинкленд и Томас Тью. Сэм, смотри, похоже нам туда. Погоди, тут всего 11 пиратов. Не хватает главного пирата. Угу. Это странно. Попробуем. Ну, куда теперь? Ни хрена себе. Ну, вот и статуя Эбери.
Знаешь, сдается мне, капитан Эвери страдал нарциссизмом. Думаешь? Да. Посмотрим, что он нам приготовил. Уф, долго падать, если что. Нейт, скажи, только честно, как тебе все это? По сравнению с другими приключениями. Я тебе потом расскажу. Не сорваться, не сорваться! Удержался. Класс. Все, спускайся! Лодка там. После вас, капитан. Так, остров с гигантской статуей Эвери справа. Я так волнуюсь, что у меня прямо руки трясутся. Да, понимаю тебя. Ну или просто мне покурить нужно. Короче, и то, и другое. У него подзорная труба. Но он в нее не смотрит. Может, нам посмотреть? Остров сокровищ отдыхает. Уступлю тебе право. Давай, Нэй. Ладно. Ну-ка. Так, капитан, на что же мы смотрим? Вот. Ну? Большой остров в форме черепа? Просто остров. Без черепа. Она здесь. Либерталия. Знаешь, меня поражает твой оптимизм. Кроме нас тут никого нет. Но почему бы не разрешить себе хоть немного порадоваться? Порадуюсь, когда откупим тебя от Алькасара. Пошли. Ладно. Что? Ладно, ладно. Ну нет, эти твои «ладно» всегда означают не «ладно», а совсем наоборот. Ого.
Это наш рейв? А кто же еще? О, черт. Мне надо уходить. Сэм! Сэм, слышишь меня?